Ну что, Манго? Ты придумал, кто будет Миро мочить? Думал. Да не придумал. Плохо, Море, плохо. Не знаю я, как засунуть человека в СИЗО, да еще подбить на мокру. Это потому, что ты мыслишь вот так вот. Я мыслю, как умею. И я об этом? Держи. А ведь такой человек... У тебя под боком каждый день ходит. Ты с ним каждый день встречаешься. Это уже слишком. Неужели своего сына не жалко? Чего? Ты думай, когда говоришь. Ты решил, что я говорю о лачо? Нет. А кого же тогда?